Всем привет, с вами Пенни Пресс. И да, это снова Изи Дроп. Неделя кейс батла, неделя Изи Дропа, неделя кейс батла, неделя Изи Дропа. Смотрим, что получится. Кто смотрел мои видосы, вы в курсе, да, что долг перед сайтом у меня только вырос. Я сайту теперь должен не десятку, теперь я должен ему двенашку. Вот, и будем смотреть, как он будет выдавать. Сегодня я, в общем, пополнил на 250, использовал снова багованный промокод. У меня есть фришечка. Давайте крутанем. Кто же тут может нам упасть с фришечки-то? Ну, гроза. Неудивительно, это нормально. Это нормально, что нам падает гроза. А еще будет лучше, если выпадет 3. Мог до Кортисеры дотянуть, конечно, ну как так-то. Вот. Вот. В общем, смотрим, что да как. Ну, тут валентность. Не гроза, и уже хорошо. За 7 рублей. За 7 рублей. Так, мы это все тогда продадим. Продадим. Аж целых. Не, не продадим. Не будем продавать. Спонсор сегодняшнего, кстати, выпуска. Спонсор сегодняшнего выпуска, кстати. Вот этот вот калаш, который я продал. Ну, не только сегодняшнего, а следующих выпусков тоже. А, да. Розыгрыш. Розыгрыш. Сегодня же понедельник, а это значит, что сегодня пора объявлять розыгрыш. На этой неделе у нас принимает участие 3 лота. Это сувенирный вот это вот дробовик. Прямо с завода, между прочим. Потом юмп, вот этот первобытный саблезуб, и экзоскелет. 3 лота на этой неделе принимают участие в розыгрыше. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и под видосом написать какой-нибудь классный комментарий. Главное, чтобы было минимум 5 слов. Вот. Так, 3 бесплатных открыли. У меня выпал этот дисконт 30% на открытие кейса. Открытие кейса от 299 рублей. Слушай, а какие кейсы я тогда тут крутил? Блин. Слушай, я случайно засекреченное тогда крутил за 299 или какое? А? Блять, я забыл, какие я крутил. Ну-ка, сейчас я тебя вспомню. Я тебя крутил тогда тут? А, да, я тебя крутил. Вот, на него есть дисконт 30%. Сейчас посмотрим, что из него выпадет. Разок крутанем. Потому что вот эта красота мне выпала именно отсюда, да? Посмотрим, что выпадет сегодня. Сидмит. Но это не 200, это рублей 150. 158, да. Это 158. Ну, ладно. За 200 и такая херня. Так, теперь мы что? Что мы теперь? У нас есть 191. Так, я тебе сейчас бомбану. Ну, я, короче, ничего нового. Я ширпы. Я буду бомбить ширпу. Вот. Мы будем бомбить ширпу. Потому что... мне надо снова сайт как-то раздуплить. Потому что, в принципе, мне есть ширпы тогда там. За 600 прилетела радость. Смотрим. Ну, как бы сложно с сайта что-то. Сложно что-то забирать с сайта, когда ты ему должен. Когда ты ему должен или должен жестко. А вот, а он еще что-то дает. Он что-то еще поднадает, кстати. Так, ну что, я деп свой отбил сегодняшний. Сегодняшний деп отбит. Но пока что я сходил только за покупкой. Я обменял просто бабки на скины. Пока что это не найс. Вот, тут вандал, Галя. Галя вандал. Галя вандал. Галю вандал мы оставим для того, чтобы... ну, я здесь тоже буду 10% апгрейды ловить. Тоже буду ловить 10% апгрейды, смотреть, что да как. Кто да как. Как да что. Снова Галя вандал. Так, ну ладно. Галюня. Так, а чё, сколько денег-то? А, еще три ростка еще откроем. А может быть даже и 4. Ну, я думаю, тут рубля на 4-то выпадет мне сейчас. Все равно скинцов. Глубокий рельеф. Так, ну тут беспонтовщина всякая выпала. Беспонтовщина. Слушай, прикольный скин, красивый. Ночные операции. Так, 54 рубля стоит.
Так, ну мы, наверное, знаете, что-нибудь будем делать то же самое, что и в прошлый раз я делал. Все, что дороже 40 рублей, я оставляю для контракта, и мы это контрактнем. А вот мне тогда вот такая нова выпала, между прочим, сука, за 6 сотен, а тут за 42. Контрактнем, контрактнем. А все, что меньше 40, мы из этого апгрейды половим. Половим апгрейды от 10 и там. Опа! Блять, я думал, вот эта штука выпадет. А, ну конечно, захотел ужи на сковородке. Она стоит невъебенных денег там, блять. Ужи на сковородке выпадут тебе как же. Ну, кстати, первый раз я вижу, чтобы этот скин как бы что-то пролетал. Первый раз. Может быть и даст даже когда-нибудь. Бронзовая декорация. 48. Слушай, не, ну несмотря на то, что как бы это, да, как бы это, блядь, ты пиздец грамотеек. Ну, несмотря на то, что как бы это, да, как бы. Ну, что-то он как бы дает. Он как-то дает, все равно. Нет, нет, ну сколько, я, наверное, с... Опа, опа, опа. Сука! Блядь! Да я ебал! О, вот это лапа! О, нихуя себе! Вот это понедельник, вот это начало! Три девятки! Я думал, он падла за... Ну, за 5 сотен будет. Я думал, он будет за 5 сотен. Да нахуй, скажу, долбоеб, 40 лет мужику, а как ребенок радуется. А чё не радует? Ну, блядь, всегда приятно выигрывать. И мне не 40, мне 39. Все, да мне уже похуй на остальное. Мне вообще уже похуй. Все, мне вообще. Идите на. Вообще похую. А, нихуя себе, блядь. Вот это я читор, блядь. Я ебу-али-бабу. Я... Подожди, может, блядь, вот это продать и ебануть. Не, давай мы, знаешь, что ебанем? Мы сейчас ебанем... А, мы сейчас ебанем сливной контракт. Ну, во-первых, контракт. Не контракт. Мы. Я туплю, ребята. Я просто сейчас это охуел. Поплыл, короче. Я реально, я поплыл просто, блядь. Поплыл это. Слушай, мне кажется, Изич, блядь, нихуя себе, он может сейчас наваливать будет. Я ебал его. Я как я его ебал. Что-то я разматерился, короче. Я разматерился, все это плохо. Не берите с меня пример. У меня вот это, что, такие маты. Это что-то. Ну, как-то. Ну, сука, аж ладошки заболели. Нахлопал. Я аж нахлопался. Ёб твою мать. Руки себе все отхлопал. Давай попробуем, может. Может, еще апгрейд какой-нибудь залетит, чтобы вообще для полной каши было. Это же прям вообще будет охереть, если еще и апгрейд какой-то залетит. До сорокета я, короче, скины пускаю на апгрейд. До 40-то я их пускаю на апгрейд. Посмотрим. Чё да как. Так, этот нет. Ну, ничего страшного. Я где-нибудь на 37 мне залети, пожалуйста. И я буду это... Я буду просто очень рад. То есть я огорчился, что мне дробаш не выпал, короче, там, за 600 рублей. Ну, тут выпал просто за... Косарь, просто за косарь это соска выпала. Это просто охеренная соска выпала за косарь. А я огорчился. Так, это 81 копейка, а этот... Я даже не знаю, я может, блядь, может... Я, блядь... А, может там скины вот эти как бы напродавать и посмотреть. Посмотреть, что с них там может бомбануть. Вот этот... Ну, не вот этот, а вот этот продать. Вот этот. И еще раз за секретку крутануть. А, он же 299 стоит, да? 299 стоит. У меня не хватит бабок. Крутануть. Так, ладно, пока что я пока что ловлю. Вот, давай еще глочок. Я с кейс батла такой забрал. И с изика тоже было бы нормально забрать. Попробовать. Ну, апгрейды не хотит. Раз, два, три, тут еще. Апгрейды не хотит. Не хотит. Не хочет ни в какую. Не хочет, блять. Я вот
Стою перед... Сколько? Давай посмотрим, сколько. Продать все. Сколько? 1410. Я поднял, короче, я поднял. Я поднял, я поднял. Блять, вот вопрос-то, вот хороший вопрос, да, что с ними? Но это оставить для контрактов. Для контрактов, а это... А это просто пока оставить, пусть пока будет здесь. Ладно, я пока ничего больше сегодня делать не буду. То есть все, что я хотел, я сделал. То есть я очень рад вот этой пушке, прям охеренно красивые циферки. Вот, надеюсь, вы тоже порадуетесь. А, у меня же еще, подожди, бабки откуда-то появились. Давай-ка, давай-ка, мы сейчас это... Не-не-не, мы же... Я надеюсь, вы тоже, ребята, порадуетесь, да? Поддержите меня классным лайкосом, сочным комментарием. Ну и подписку можно тоже оформить. И можно оформить подписочку. Чё, блядь? В смысле? Подожди, я ебал, нихуя ты. Стой, я подожди, я нихуя не понял, чё происходит? Чё происходит, блядь? Я так как в мультиках глазками тут хлопаю, блядь. Вот давай скелетный нож мне, сука, еще. Выдай. Выдай мне скелетный нож. Я, блядь, не знаю, я прям здесь ссать начну под стол от радости. Давай за 6 соток. Да ну нах! Слушай, я... Ну, уже два косаря есть, еб твою мать. Уже двушка есть, блядь. Не, ребят, вы, конечно, извините, я сейчас ролик затягиваю, но мне просто интересно. Ну, блядь, если он дает, надо брать. Короче, надо брать, ну, блядь, смотрите, не байтесь на эту хуйню, когда тебя байтят. Вот, все. Так, ну, у меня еще на апгрейд есть. Надо брать, ну, блядь, брать с умом. Все, 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 он мне выдал, что хотел, все, выдал. Все, говорит, Витя... Осади, осади коней. Хуя, это что? Это сувенирная какая-то говнища там выпала, да, мне получается? Армейская сетка. Все, тут не хватает, апгрейд. Так, апгрейд, 10-рублевик. Слушай, может тебя продать лучше, чем, блядь, 10? Давай мы тебя, нахуй, лучше 10-рублевик продадим. Все, хоть я смогу... Подожди, блядь. Слушай, знаешь, что я сделаю? Я вот, знаешь, что сделаю? Я все-таки вот эту хуйню. Вот это продам. Так, я продам. Мне надо сейчас на 200... я хочу все-таки еще открыть за 299 рублей случайно засекреченное. И для этого мне нужно это... Ага, ну. Так, я продаю тебя. Ты 121 остаешься. Так, продаем сперва самые дешевые. Я хочу еще разок его попробовать круто... Не, ну мне не хватит, да? То есть 60... 60, 120. А, не, ну хватит, да, хватит, хватит. Так, 40, какой 40? Это 90, 250, это 100. Надо, короче, все равно все эти продавать. То есть я все равно заебись, я сейчас наподнял. То есть заебись, я как бы останется, да. То есть я сейчас крутану еще тот разок. 337 рублей. Вот, 337 рублей. А сколько у нас еще есть? Еще 1800. То есть на 300... 200 было. 200, ребят. Я сейчас крутану еще разок его. Еще разочек его крутану. Вот, случайно засекреченное. Посмотрим, что выпадет просто с балика. Хуй его знает. Ну, что выпадет, то и выпадет уже, да? То есть, все равно нихуево будет, я думаю. А, Франклин за полтинник, да? За 142. За 142 Франклин и остается на ширпу. Ну, ничего, ну и что, и чё? Ну, нормально, ептать. Навыдавал тут чё? Чё ты жмешься, Витя? Чё ты жмешься, блядь? Давай уже, блядь, затянул ролик, естественно. Ну затянул, затянул, хуй с ним.
тигр. А, это за 49 тигр, да? Так, ну давай мы тебя оставим, тигр. Тигр. Тигера мы оставляем. Сейчас, может, еще какая-нибудь оровавая там паутина выпадет. Вот, древнее видение какое-то. Скинчанский. Найсовый, да, наверное? Блин, чутка не хватило. Пиздец. Ну, давай еще какой. Вот, главное, сука, не батиться на это. Блять, ну ужи, второй раз пролетает ужи на сковородке. Ну дай ты что-нибудь мне. Ужика, ужика дай. Слушай, реально, дай ужика. Нет, ты говоришь, лири. Ну, или мигал, до мигалки мог бы дотянуть. Тоже 32, 15. Так. А, 32, куда? Никуда, блядь. Чё я оставил 32? Не, ну дает шерпы прям жестко. Опять что-то он баганулся. Баганулся. Двенашка. Двенашка. Такой чук. Ой, я что-то лайфленту даже не смотрел. Я, наверное, надо в видосе будет смотреть лайфлента, что там мне выпадало. Все. Все, я не хочу дальше больше крутить. Короче, так, закрутили, это мы потом. Потом что-нибудь сделаем, посмотрим. Короче, вот. А, на сколько? На 2,90. Короче, 250 закинул, 2,90 поднял. Заебися, заебися. Все, ребят, спасибо, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Пополняйтесь моим промокодом. Где? А, вот сюда. Вот мой промокод, вон там. Вот здесь промокод. Пополняйтесь, ребятки, им точно так же будет вам падать. Вот, ну а на сегодня все. И, конечно же, в розыгрыше участвуйте. Все, пока-пока.